только что поиграли в настоящий трешачок Маза Раша Блиц называется. То есть матушка Россия истекает кровью, если это переводить. В общем, игра упорная, 8-битная. С мультиплеером можно играть вчетвером с друзьями. Вас кидают на самые такие самые запущенные, заброшенные локации, какие-то канализации, гаражи, непонятно что, и там на вас выбегают какие-то бомжи, агенты КГБ, черт знает что еще, какие-то мужики в противогазах. Все хотят вас попить, задушить, отравить газом. В целом, так пока это все выглядит, честно говоря, уместнее посмотрелось на смартфонах. Но, как видите, игра на большом экране, в частности, здесь платформа PC. Есть сюжет, все это подается через такие диалоговые, в общем, окошки ненавязчивые. Так себе, скажем. Но посмотрим. В общем-то, 10 локаций вроде как есть. Главная фишка в мультиплеере, то, что вы сражаетесь вчетвером, а вчетвером, как известно, 8 уже веселее. Ну, еще мы были здесь единственные, кто разговаривал на русском языке. 10 убийств только. Блин. Он еще как 56. Я сражался, честно. Есть персонаж Наташа. Наташа? Так. Это я? Да. Так же зовут нашего оператора. Было бы прикольно, если бы ты играла за Наташу, да? Да. Снято на Zenfone Selfie.